Всем привет! С вами Ирина Перемечева и Аня Кононова. И сегодня мы вам покажем коллекцию Буматикова, которая доступна только на сайте. Итак, на нас платье трикотажное для женщины, артикул 529-016. Цвет пыльно-розовый, размер 48, состав 80% вискоза, 20% нейлон. Это коллекция No Polyester. То есть все ткани натуральные, очень приятные. Вообще, согласись, такое? Как может быть закрытое платье таким откровенным? Нереально. Вот вы посмотрите, да, как бы вот тут много-много дырочек, да, идет по руке, много-много-много этих дырочек. И они как бы немножко просвечивают, но ничего не видно. Это все прилично очень. Да, это все как бы и прилично, но с другой стороны, оно кажется слишком откровенным, потому что вот этот топ, который вот, да, сверху сделан, лямочки идут как бы поверху, и получается... Ну, интересно просто. Очень. Да. Юбка по длине, посмотрите, у меня рост 1,76 м. А у меня 162. Нам очень нравится. Сейчас на нас трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. Артикул 528-894, размер на мне сейчас 52. Ребят, прям в обтяжечку. Наши размеры, как обычно, мы оставим под этим видео. Разверните и увидите все наши размеры. Значит, состав у него идет 61% нейлон и 39% хлопок. Что хочется сказать, оно не сильно тянется. Немножечко, может быть, наискосок что-то где-то есть, но незначительно. Да, то есть внутри подклад. Да, внутри идет подклад. Вот, видите, у Ирины подклад выставляется. То есть вот это натянулось, а подклад выставился. То есть получается, потому что подклад свободнее, чем само платье. И вот, как бы, если я взяла 52, то у меня подклад до сюда, потому что... Оно не растянулось, я так понимаю. Или что? Ну, в общем, может, мы его как-то не попарили, не поделили. Да, но мы его без отпаривания, без всего, не проглаженной одели. Вот. И я не могу сказать, что очень удобно, но, в принципе, стильненько, но мне очень нравится, мрачновато. Квадратный вот. Вырез мне очень нравится. Мне нравится. Я прям даже не знаю. Так, но мне я не сказала, размер 50, артикул 528-893. Так, ну и очень крупное кружево, что мне понравилось в нем, это такое крупное, приятное, какое-то такое матовое, без единой блестинки, без всего, то есть это прям такой цельный образ, можно сказать, симпатичный. На мой взгляд, платье на пол размера мало мерит. Поэтому если вы возьмете на размер больше, ну, как бы, больше, чем вы есть, то вы не прогадаете, потому что вот мы обратили внимание, у Ирины вот тут вот стягивает, хотя ее родной размер 50-48, вот, то 50-й размер у нее тут стягивает и образовывается гармошка из-за того, что он ей маломерит. То есть, если бы она взяла 52-й, как у меня, то он бы ей сидел нормально, не так бы сильно облегал, а мне надо 54-й брать. Ну, если я возьму 52, мне будет вот тут вот велико. Тут велико, думаешь, будет? Да, я прям... Ну вот тут тебе прям в обтяжку сильно. Ну, у меня, общем... я согласна, верхняя иногда подходит размеры чуть-чуть меньше, а низ как бы можно на размерчик плюс-минус. Ну, в общем, да. Мерите, заказывайте, делите. Примеряйте, да. На нас платье с длинным рукавом для женщины, цвет бежевый. На мне размер 50, артикул 528-927, состав 100% вискоза. Так, на мне 52 размер. Артикул 528-928. Что скажем? Тяжеленькое. Да, прямо в упаковочке было такое тяжеленькое платье. Ткань плотная. Но как бы в нем я не скажу, что как-то некомфортно, жарко, очень приятно. Здесь вот такой вот, значит, поясочек, который можно завязывать, как вы хотите. Можно сделать послабже, потуже, как вам вздумается. Угу. Пуговки. Пуговки. Да, видно, не видно, такие перламутренькие. И на рукавчиках такие же пуговки. Да, и тут вот сшиты еще вкладочки такие. Вкладочки, вот. Да. Да, чтобы было оно такое разлетайка. Ну, в общем, очень весеннее, очень такое прям вот нежное. Да, это платье будет хорошо для девчонок с тонкой талией. Вот очень красиво. Пышная юбка и тонкая талия, и как-то вот платье-рубашка. С одной стороны романтично, с другой немножечко деловой образ. И получается
здорово. Вечером да. На курорте прогуляться. По длине, смотрите, да. Как на Ане, как на мне. Сейчас на нас трикотажное платье для женщины. Артикул 528-759, цвет черный. На мне, ребят, я нечаянно нажала не на ту кнопочку, у меня размер 54-56. Но оно мне так нравится, я понимаю, что оно мне велико, и вот тут велико, и везде велико. Но прям такой в нем кайф, оно такое длинное. Вообще длинная. Кому как? Да, оно длинное, в нем классно дышит кожа. Я его на себе не ощущаю, оно комфортное. И вот, честно сказать, 80 вискоза, 20 нейлон. Вот, наверное, из-за этого. Причем именно вот это платье, сейчас Ирина покажет, можно носить. Какое оно стоит? Мы что-то делали. Вот так, да? Да. В общем, вот как? Вот так можно открыть. Можно открыть оба плеча. Вообще здорово. Просто шикарно. Воротником как-нибудь поиграть. Да, с воротничком тут можно поиграть. То есть его можно на бок забрать. Можно вот так просто сделать. Так, дайте я скажу. У меня артикул 528-758, размер 50/52. Ну, интересное платье такое. На нас трикотажное платье с укороченным рукавом. На мне артикул 528-778, это размер 50, цвет черный. Состав у него 68% вискоза, 27% нейлон и 5% эластан. Это, как многие могут подумать, юбка с блузкой, но нет, это платье с карманами, причем с такими. Да, нормально, как я люблю. Вот. Тянется отлично платье, сзади замочек идет. От начала до вот до самой попы. А, если Ирине да, вот нормально, он, да, тут шлейка, да, а вот он вот до сюда. Тут шлейка сзади идет, но она пока зашита. Мы думаем оставлять, не оставлять. Дайте нам, пожалуйста, совет. А, так, у меня платье размер 52, артикул 528-779. Оно мне висит великовато. Платье или большемерка, или я сбавила сильно. Вот не знаю, занимаюсь спортом. За счет того, что оно сильно тянется, вот можете да, в некоторых да. местах. Свободно. Занимаюсь спортом, и что-то вот тут вот как-то вот слишком много всего. Мне кажется, что и вот тут как-то в плечах многовато, и в груди стало свободнее. И вот еще, что сказать, если его нормально надеть, то талия у меня немножко повыше, все-таки оно немножко... Вот идеально было бы вот так, конечно, по талии. Сюда можно, знаешь, какой-нибудь пояс? Да, можно пояс сдать. Можно пояс. В принципе, ну как мы вам в роли учительниц? Начальных классов. Учитесь, смотрите, хорошо. Сейчас на нас трикотажное платье для женщины. Артикул 528-755, цвет бежевый, размер 54-56. Я не знаю почему. У меня 50-52, артикул 528-754. Так. Состав 80 вискоз, 20 нейлон, так же, как у прошлого черного предыдущего. Это платье, оно тоже комфортное, мягкое, в нем кожа дышит, все великолепно. Но, ребят, оно все недостатки выделяет. Черное так не выделяло, как это выделяет. То есть оно как бы на очень стройную фигуру или брать на несколько размеров больше, чтобы уже вот это ничего не облегало. Ну, мое мнение. Хотя и вязочка, и все прям, все идеально, ну, как у черного. Очень в нем комфортно, прям приятно. Да, да. Нежное платье. Ну, смотрите по цвету, кому что идет. Сейчас на нас трикотажная майка. На мне артикул 528-973. Цвет черный. На мне размер 50. Состав 95% хлопок, 5% эластан. А я не знаю, почему у меня 48 размер. Ты, наверное, не свою взяла. Так, трикотажная майка для женщины, артикул 528-972. Ну, вы видите, что они прекрасно тянутся. Украшены вот такими вот стразиками. Да, стразики очень красивые. Такой прям вырез мне нравится, не сильно... Ну, для меня великоват. Ну, ты 48 надела. Вот. Сейчас на нас трикотажная майка для женщин, артикул 528-964, цвет бежевый, размер 48, 95% хлопок, 5% эластан. Но я вот не чувствую, что мне ее надо побольше. Ну, на мне размер 50, артикул 528-965. Мне тоже не надо ни больше, ни меньше, мне нравится. Угу. Ну, в общем, универсально. Да.
Сейчас на нас трикотажная майка для женщины. На мне артикул 528-957, цвет белый, размер 50. 95 хлопок, 5% эластан. А на мне размер 52. Так, трикотажная майка для женщины, артикул 528-958. Ребят, великовато немножечко. Вот тут у груди немножечко вот так вот все подвисает. Сложно как бы, чтобы лямки не спали при ходьбе. Поэтому мой размер 50. Скорее всего, сейчас стал 50-й. Просто я вам свои параметры оставлю под видео, потому что мне сейчас сложно из-за того, что я начала заниматься спортом. И получается так, что я не понимаю, какого я сейчас размера. И я заказала по привычке 52, и я чувствую, что очень много вещей на мне стало подвисать. И вот эти джинсы, я не могла их вот настолько застегнуть, то есть они мне просто не налазили, а сейчас... У меня даже немножечко и свободновато, да, то есть уже началось немножечко, что свободно, поэтому я... Молодец. Да, не то чтобы молодец, я не могу сказать, заниматься. Какого я стала размера. Продолжай вот... заниматься, потом поймешь. Да? Да. Ладно. На нас трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 528-855, цвет бежевый, размер 50, дробь 52, то есть на нас они одинакового размера вещь. Значит, состав 68% вискоза, 27% нейлон, 5% эластан. И юбка, трикотажная юбка для женщины. Артикул 528-944, размер 52, состав 68% вискоза, 27% нейлон, 5% эластан. То есть на мне 52-й размер. Мне она нравится, ребята, очень. А на мне 50-й, артикул 528-943. Да, то есть как это даже показать? Ну, видно, не видно. Красивая юбка, шикарная, она подойдет подо все, под блузку, под кофту любую вязаную, под маечку вот подойдет, да, с таким вот сверху носить, тоже как бы монохромный лук получается. Да, давай про эту вот вещь про верхнюю побольше поговорим, это просто она очень универсальная и да, по-разному можно носить. Да, невероятное качество, я специально так ее надела, потому что больше всех мне понравилась она именно вот так, то что ветерочек я закрылась, застегнулась и хожу. Ее классно с джинсами носить, тоже прямо великолепно. Карманы очень даже глубокие. Вот, тут тоже карманы не обманы, то есть тоже глубокие. А, что еще можно сказать? Все очень комфортно, она плотная, она теплая. Ну, конечно, зимой, весной вы мне не похватите, но прохладным летним вечером самое то, отлично. И комары не прокусят. Да, и смотрите, с воротничком можете поиграться. Позастегивать поглубже, посвободнее, как кому нравится. Рукава. Я вот сделала вот так вот рукава. Аня полностью застегнула рукава. Да. Ну, то есть, ну, они длинные. То есть, даже если я вот, да, на высокого человека, то есть, им не будут рукава нормально. В общем, нам понравилась эта штучка. Интересно. На нас блузка с длинным рукавом для женщины. Цвет белый. На мне размер 50. 100% хлопок. Артикул 528-764. У меня 52 размер, артикул 528-765. Мне нравится, я оставляю. Отличная блузка. Да, я хочу чуть-чуть подлиннее рукав, потому что... Да, тебе надо длиннее рукав. Чуть-чуть. Ну, либо можно сделать, не знаю. А так очень вот это прям... Так тут и 3/4-то ты не сделаешь. Мне, если мне как раз рукав, то Ирине точно мало. Вот. И смотрите, вот я заправила, Аня еще пока нет. Угу. Но она, наверное, сейчас заправит. Угу. Ну интересно, а ты как-то вообще так, слушай, открыла по-другому? Смотри, как можно сразу поиграться. Ну, поиграться. А, ну да, можно вот так их сделать, можно вот так расправить. То есть они такие послушные, как их называть, букли, рюшечки, что это такое. Сейчас на нас легкий трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 528-990, на мне размер 52. На мне размер 50, 528-989. Состав 95% хлопок, 5% эластан. Правда, очень хорошо растягивается. Ну, такие плечики тут. Ирине понравилось. Я что-то, кажется, еще шире с этими плечами. Или не знаю, дайте совет. Дайте совет, пожалуйста. Мне очень понравилось, потому что вроде бы ну такая как бы строгая кофточка, да, длинный рукав. И тут вот эти плечики так они прям играют. Не знаю. Ух как.
Да, ну тут можно их по-всякому повыделывать. Угу. Ну, также ее можно заправить, расправить. Мы одеваем расправленную для того, чтобы вы увидели длину. Сколько длина на Ирине, сколько длина на мне. Да, то есть, если у Ирины до бедер, то у меня даже попу практически скрывает длина, да, то есть вот такая. Ну, не знаю, мне понравился такой же, как легкий. Да, трикотажный. Угу. На нас легкий трикотажный джемпер с длинным рукавом. На мне артикул 528-981, цвет пыльно-розовый, размер 50. Состав такой же, 95 хлопок, 5% эластан. У Ани размер 52, артикул 528-982. Тоже хорошо растягивается, тоже все отлично, ткань дышит, чувствуется, что натуральненько все. А, ну вот тут вот, чтобы гладить нельзя до того, как вы не примерите, в смысле не решите себе вещи ставить, поэтому тут немножечко мята, но вы на это внимание не обращайте. Да, я простите. Так, еще одна цветовая гамма, точно такого же предыдущего, получается, джемпера, легкий трикотажный джемпер, артикул 528-998, цвет молочный, размер 52. Ну да, такой молочный цвет, классный, он немножко просвечивает, вот совсем чуть-чуть, где-то вот видно чуть-чуть, вот, если бельё не таким цветом вы надели. Ну и вот бирку видно? Угу. Вот, бирку, я думаю, на камере будет видно, вот степень просвечиваемости вообще, чтобы вы понимали. Вот, но вот этот я захотела как-то вот себе оставить. Мне больше всего черный понравился. Черный? Да, а мне этот. То есть его также можно заправленным и расправленным. Мы расправляем, чтобы показать вам длину. Сейчас на нас блузка с длинным рукавом для женщины. На мне 52 размер. Маловато, ребят. Вот, артикул 528-912. И брюки для женщины, артикул 528-803, размер 52. У меня все то же самое, размер 50. Состав у блузки 100% хлопок, у брюк 97% хлопок, 3% эластан. Угу. Ну, блузки нам показалось, что они маломерки. Да. Что та с рюшками, она такая маломерочка немножечко. Что это? Их надо брать на размер больше. Потому что, потому что они хлопковые и совсем не скользкие. Да, у меня вообще не влазит ничего. Но если вы будете брать на размер больше, вы 100% будете довольны, потому что она, по идее, не тянется. Угу. Она не тянется. Мне, как всегда, хочется рукав. Да, рукав тебе надо. Вот, и мы застегнулись по совету нашего фотографа. Вот так вот по-модному. На две пуговки пониже. Вот один краечек заправили. И вот прям... А мне никак, я всяко-разно пробовала. Вот, брюки, смотрите, по длине, кому как нравится. Ну вот, мне не то, не сё. Мне их или укорачивать, чтобы они были нормально на мне смотрелись, или укорачивать, или наставлять, потому что длина, как вы понимаете, на девушек 170 сантиметров. Если Ирине нормально, вот это как килоты, да, считаются? Наверное, да. То на мне... Брюки с карманами. Нормальные. Да, кстати, карманы нормальные. Ну, в общем, девчонки, 170. Вам повезло? 162-й отдыхает. Сейчас на нас легкий трикотажный джемпер. Артикул 528-792. Единый размер 50-52. То есть через дробь идет. Состав 95 хлопок, 5 эластан. Очень хорошо растягиваются. Можно с джинсами, с кофтой, с шортами, с юбкой. В общем, универсальные. Универсальные, да. И на курорт сходить, и в магазин, и так далее. В общем, праздники приклеены. Да, тут такие бусики, тут собрано, чтобы вот были такие как бы волны. Ну, по идее, все здорово, и в ней очень комфортно. И как вы видите, она идет такой полуприлегающий силуэт, что как бы скрывает все, можно сказать, недостаточки. На нас легкий трикотажный джемпер с коротким рукавом. Цвет черный, размер у меня 50-52. Аня, зачем ты заказала? Я захотела оверсайз. У меня 54-56. Да ты просто я захотела. Ну, может быть. В общем, артикул 528-796 у меня. Состав 95% хлопок, 5 эластан. Точно такая же, как предыдущая молочная, тоже со стразиками. Комфортно, приятно. 54-56 идет с артикулом 528-797. Для меня это футболка, универсалка. Я представляю, как я сажусь в такси, еду к родителям в деревню, там мы делаем шашлычки, потом идем в баньку. И вот эту футболочку после баньки полностью натуральную, и такую мягкую-мягкую.
кафе. Я ее надеваю и сижу, пью чай теплым летним вечером. Вот нарисовала. Прямо вот она, знаете, вот правда, она такая комфортная, вот что та светлая до этого, что вот это вот. И она такая свободненькая, да, шортики надел и гуляй себе. У родителей деревни, да, дома тоже будет удобно вот ее надеть и вот прям действительно заняться какой-нибудь, не знаю, приборкой, что, чем-то подвижным, какой-то подвижный образ жизни, тоже будет здорово. Очень комфортная футболочка, прямо мягкая-мягкая, ее хочется трогать, гладить, она правда классная. Сейчас на нас трикотажный кардиган для женщины, артикул 529-010, размер 52, состав 53% хлопок, 47% вискоза. Ребят, ну это просто вот восторг. Какой он мягкий, опять-таки, какой он классный. Он да. очень хорошо растягивается. Это хотя... вязка на рукавчиках. Да, 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 да. Просто нет слов, каких, какая хорошенькая. Причем ее не только я захотела, ее захотела и мама, и Ирине понравилось, и подруга у меня захотела сразу же эту кофту. То есть вот она не только красивая, она очень комфортная. Как, вот такое ощущение, что я без одежды стою. Да, на мне все тот же самый размер 50, артикул 529-209. На нас трикотажный кардиган, а на мне артикул 529-246, это размер 50, цвет бежевый, состав 53% хлопок, 47% вискоза. У Ани размер 52, артикул 529-247. Ну, точно такой да. же, как предыдущий, мягкий, классный, симпатичный. Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие мои, я не могу определиться, идет мне такой цвет или не идет. Вот мне свекровь сказала, что мне очень даже хорошо. Вот я не знаю. А мне девочки сказали, что лучше бери белый, этот тебе нехорошо. Да? Да, ну, скажите вот, мне да. тоже, товарищи, вот, мне тоже интересно. Вот да, я прям даже не знаю, вот прям сомнения такие. Так, ребят, смотрите, маме понравились штаны, которые идут как кюлоты, и плюсом ей понравилась вот такая вот бежевая кофточка. Очень шикарно, симпатично на ней смотрится, как вы считаете? Ну и обратите внимание, у мамы тоже фигурка улучшилась, она тоже уже 2 месяца точно спортом занимается, 2 раза в неделю по 2 часа. Умница и красавица! На нас трикотажный джемпер с длинным рукавом, на мне артикул 529-254, цвет молочный, размер 50, состав тоже 53% хлопок, 47% вискоза. У меня 52 размер, артикул 529-255. Если честно, у меня эту кофточку уже забрала мама. А мне очень понравилось с джинсами. Да, с джинсами хорошо смотрится. Да, аккуратно. Вот это все вот прям вообще. Как и предыдущая, вообще прям вот приятные такие ощущения, и она освежает, цвет такой хорошенький. Угу. Так, сейчас на мамуле та же самая кофточка, которая была на мне, тоже 52 размер. Ну, что могу сказать ей, действительно, эта кофта намного лучше, чем на мне. Вот мне, у меня такое ощущение, что ей она даже больше, чем мне идет, вообще красота. Вот, и грудь красиво выделяет, да, и как бы... Ну, в общем, все великолепно, мамуль, носи с удовольствием. Так, сейчас мы с Ириной поменялись кофтами. Нам стало интересно, как на Ирине будет смотреться 52-й видео оверсайз и как на мне будет смотреться 50-й. Так вот, ребят, если блузки, они были действительно маломерки, их лучше брать на размер больше своего, то смотрите, кофта размер 50 на мне смотрится даже лучше, чем предыдущая 52-й. Как-то даже стройнее. Если хочется как бы посвободнее, пообъемнее, то берите да. на размерчик побольше, да. тоже прекрасно будет смотреться. Кстати, рукава в этот раз... Нормально. Я рада. Нормально. Итак, трикотажный джемпер с длинным рукавом. Для женщины артикул 528-949, размер 50. Состав 53 хлопок, 47 вискоза. Угу. У меня размер 52, артикул 528-950. Итак, у Ани в руках палантин жаккардовый, артикул 600-663. Цвет серый с люрексом, размер 70/180, состав 50% вискозы, 50% полиэстер. Нормальный такой, красивый, между прочим. Можно и в мороз вместо шапочки носить, и просто на плечиках носить. Но, ребята, у него есть очень интересные свойства. А когда я его стала брать, я его слишком сильно потянула,
и он проткнулся. И причем, после того, как он проткнулся, я его мгновенно поставила на место, и никакого следа не осталось. В общем, очень интересная ткань. Вот. Поэтому поосторожнее, кто с ноготками, там еще что-то, поосторожнее с этой тканью. Очень такая классная, конечно, хорошенькая. С висюльками, с бахромой. Или он с одной потемнее? Мне такое чувство, что он двухсторонний, и без разницы, на какую сторону его вообще надевать. Угу. Вот. Одна сторона, вот вторая сторона, по идее. Вот этот... Вот это изнанка. Да, это изнанка получается. Но мне кажется, вообще без разницы, на какую сторону его носить. Так и так красиво. Ну, шов, что вот только тут вот на изнаночку есть, обточка. А вот так шикарно. Я себе его, конечно же, оставляю, он мне понравился. Потому что это такой универсальный, классный шарфик. У меня как раз шуба серая. Все, это была заключительная вещь в сегодняшнем показе. Да, дорогие наши, обязательно пишите отзывы, обязательно рассказывайте нам обо всем, что вам понравилось или нет по технической части. Мы будем под вас подстраиваться, нам очень приятно, что вы с нами. Ждем от вас лайк за наши старания и комментарии. Обязательно. Мы все читаем. Да, нам очень дорогие ваши комментарии, мне вот прям ваши советы действительно помогают лучше одеваться. Ну и огромная благодарность Андрею Бурматикову, я думаю, он всех женщин осчастливит. Да, знаю, действительно такая базовая, не совсем обычная коллекция, но она действительно такая вот базовая, повседневная, приятная, натуральная. Это, конечно, да, это шикарно. Пока! Пока!